Чебоксарах только за полгода. Лишь на территории столицы произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов и троллейбусов. Из них по вине водителя пассажирского транспорта произошло 29 ДТП. Почти 80 человек получили травмы. В связи с этим на протяжении нескольких лет ежемесячно в республике проводится оперативно-профилактическая операция «Автобус». Ранним утром сотрудники Новочебоксарского отделения госавтоинспекции вышли на дороги Новочебоксарска, чтобы пресечь административные правонарушения, совершаемые водителями пассажирского транспорта. Сегодня в городе Новочебоксарск проводится рейд «Автобус». Данная цель рейда – выявить водителей, управляющие автобусами, передачи пассажиров, нарушение правил дорожного движения. Данный рейд проводится в городе Новочебоксарск ежемесячно. В основном нарушение – это, получается, перевозка пассажиров сверх количества нормы. Все водители проверяются по базе данных, и если есть неуплаченные штрафы, то привлекаем по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации. Именно утром маршрутное такси оккупируют наши горожане, чтобы добраться вовремя на учебу или работу. Хотя, по словам сотрудников ГИБДД, количество пригородных маршруток хватает, чтобы не нарушать правила и не ездить с перегрузом. Ведь по статистике одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автотранспорта – это перевозка пассажиров сверхколичества. В период проведения операции были проверки пассажирских предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также владельцев маршруток. Во время операции сотрудниками Новочебоксарского ГИБДД было составлено несколько протоколов.